Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Зендая и Джейкоба Лорди гуляют по Нью-Йорку. Звезды сериала «Эйфория» снова проводят время вместе. О романе Зендаи и звезды сериала «Эйфория» Джейкоба и Лорди говорят уже полгода. Влюбленные часто проводят время вместе, но официально отношения не подтверждают. А в конце декабря Джейкоб расстроил поклонников, рассказав в интервью австралийскому GQ, что романтических отношений между ним и его коллегой по сериалу нет. Но фанаты не теряют надежды, а звездная пара продолжает подогревать слухи совместными выходами. Сегодня звезды снова были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке. Актеры неторопливо прогуливались по магазинам, смеялись и весело проводили время. Для выхода Зендая выбрала черную атласную рубашку и брюки, а сверху надела длинное бежевое пальто. Джейкоб тоже отдал предпочтение расслабленному аутфиту, черное худи с принтом, брюки, кепка и кроссовки. Надеемся, что звезды все-таки сменят статус друзья на влюбленные.